как не бояться никого, кроме Аллаха. Сейчас не угроз, но я боюсь. Сейчас нет угроз, но я боюсь, что в моей жизни будут пытки из-за религии или не из-за нее. Если я попрошу Аллаха сделать, чтобы их не было в моей жизни, то я могу считать, что их не будет. И что может являться угрозой, из-за которой можно делать постановление, например, не отпускать бороду и т.д. Как ее определять, джазакаллаху хайран. Брат мой, буду уверен, то, что тебе предписано, мимо тебя не пройдет. Ты получишь то, что тебе не предписано, и тебе вреда не будет делать. Знай, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, если даже весь умма, община объединится, чтобы тебе хорошее делать, они не могут тебе хорошее делать, кроме тот, который Аллах субхана ва тааля тебе предписал. И также весь община, если будет противостоять против тебя, они не могут тебе навредить, кроме тот, который Аллах субхана ва тааля тебе предписал. Да, мы должны делать дуа, чтобы Аллах субхана ва тааля уберег нас от пытки кафиров, от наказания. Но когда это придет, мы должны быть устойкими на этом. Потому что мы знаем, за каждое наказание, за каждую трудность, мы к этому, который пути встречаем, мы получаем вознаграждение от Аллаха субханаху ва тааля. И дорога рай, знай, брат мой, настелена трудностями. Как сказал пророк, саллиллаху алейхи ва саллам, «Ухуффат ильджаннату биль макарих». Дорога рай настелена теми вещами, которые наше тело не любит. «Ухуффат иннару бишшахават». И дорога в ад настелена шахаватами, страстями, которые наше тело старается. И также, брат мой, делай дуа, чтобы Аллах субханаху ва тааля дал тебе иман, чтобы ты не боялся, кроме Аллаха субханаху ва тааля. Братья, нет человека, который не боится, нет человека, который не чувствует страх, но, ссылаясь на этот страх, отделяться от религии Аллаха субханаху ва тааля никогда мы не должны. Мы должны перебороть этот страх. Мы должны ставить довольство Аллаха субханаху ва тааля выше всего, выше страха, выше наших страстей. И просить Аллаха субханаху ва тааля, чтобы Он дал нам силу и мужество держаться его религии в любом положении. Ассаляму алейкум ва рахматулла. Судя по комментариям, многие еще не в курсе, что прежний наш канал был удален. Так вот, это наш новый канал. Все вместе, сразу. Подписываемся, смотрим актуальные тематические плейлисты, актуальные видео, делимся ими в соцсетях, в мессенджерах, среди друзей и близких. Это помогает выводить видео в тренды и способствует тому, чтобы как можно больше людей увидело этот ролик среди предложенных. Ассаляму алейкум.